само собой, Саакашвили, да, Саакашвили был дискредитирован через эту войну. Ну и что? А какому россиянину через 10 лет, через 20 лет интересна какая-то интрига? Неинтересно. Россиянин хочет приезжать в Грузию, хочет то, чтобы грузины туда приезжали, и чтобы были культурные отношения. И да, всегда так исторически было, начиная с Пушкина. Вот это им нужно. А то, что за Саакашвили были созданы проблемы, это никого больше, это прошлогодний снег. И для России тоже.